Раз, Дина чемпион, мы купили Абрамова. Понятно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Тишина! Марена! Новоиспеченный отец. А все, говорите же? Да. Я его подарил девушке на 24-летие, трехколесный велосипед с корзинкой для собаки. Нормально получилось? Да. Подарил девушке на 24-летие. Ну, не знаю, я бы, наверное, расстался бы с ней до 23. Что бы ты подарил девушке на 24-летие? Смотря какой. Давай быстрее. А что, это записывается? Да. Не, давай заново. Многие болельщики нашего клуба знают о кроссовках футболистов. Практически все. Практически все, действительно, да. Все, я готова. Готова? Да. Готова? Дорогие друзья, телеканал Дина ТВ продолжает свою работу. Незадолго до матча Дина Тюмень, 3-го тура чемпионата России, мне в рубрике... Ну, да. А в прошлый раз первый раз получилось. Знаешь, как в гостях у сказки? И кроссовку уже Джома, была у нас такие спонсоры еще Джома, когда вот все горы давали. Все, кто. Встаньте, встаньте втроем, чуть-чуть подальше. Готовы? Идите. Подожди, стой. Давай они, когда пойдут, скажут тебе в камеру. Пора. Не-не-не-не-не-не-не. Все, подожди. Стой. Втроем, видишь-то? Так ушли, в такой пассенс. Давайте, пойдем. Прям зайдете в центр, хорошо? Пошли.